Привет, друзья! Мы продолжаем проходить Чужой Изоляция. И нам надо отыскать Рикардо. Где-то здесь он должен быть. А вот и он. Рипли, ты цел? Слушай, Марло все еще авторизован на этом компьютере. Если бы у нас были координаты Торренса, мы бы направили спутниковые тарелки вручную, обошли бы Аполло. У пульта управления спутниками есть обсерватория? Да. Так ты можешь вычислить координаты Торренса. Я открою тебе дверь. Супер. Орбитальные стабилизаторы функционируют на 40%. А тут мы везде уже были, друзья. Все здесь до боли знакомо. Отправляемся в центр связи. Там мы убегали от андроидов. Сохраняться пока не будем. Черт, не могу обойти блокировку. Работай. Корабль сам в руки пришел. Аполло не пускает. Попробуй опять коды. Ладно. Ладно. Одно из немногих тел, которые нельзя обыскать. Разработчики тут рядом даже жетон не положили. Хотя что-то вроде мелькает, но нет, обыскать его нельзя. Это мелькает лестница. Очень хорошие такие виды. Но надо сказать, что можно было постараться и сделать получше. Хотя виды шикарные. Так, тут надо решить ряд головоломок. Отлично. Переходим к следующей. Так, а тут надо центрировать. Очень точно, по возможности. Отлично, сработало. 35А. Так, поднимаемся куда-то. Опять-таки центровку надо провести. Все точно. Слава богу. Рикардо, я их нашла. Теперь надо вручную направить тарелки на Торренс. Ясно. Иду наружу. Идем наружу. Очередной глюк. Ладно, пошли. Я могу отсюда открыть проход в шлюз. Погоди.
Хорошо. Нас ждет прогулка по космосу. Виды, конечно, неплохие. Но, как я уже говорил, можно было сделать и получше. Смотрите, какой обломок. Вот оттуда мы и перешли. Вводи координаты в компьютер. Сервозамок закрыт. Положение антенны зафиксировано. Черт! Ничего, Рипли. После передатчиков есть панель управления. Тогда отправляемся к ней. Включаем вот эти вот генераторы.
положение антенны меняется. Итак, слева подсказка 35. Ищем это значение. Фиксируем. Далее 75. Рипли, я на станции! Вы слышите меня, Верлен? Рипли, Рипли! Что там у вас происходит? Все очень плохо. Тут инопланетный организм, он смертельно опасен. Нужна срочная эвакуация. Что-что? Нет времени объяснять. Я прошу вас! Нам некуда причалить, Рипли. Станция уходит с гравитационного якоря. Я видел буксирную платформу под космопортом. Но трос на Торренсе на такое не рассчитан. Поверните зажимы буксирной платформы в сторону станции. Сейчас. Подходите. Что ж, наше следующее задание — пристыковать Торренс, друзья. Снимаем скафандр. Рикардо, готовься. Мы уходим. Давно я мечтал это услышать. Рикардо? Рикардо, прием! Рикардо, прием!
Чё там с Рикардо? Чё-то не отвечает он. Так, ксеноморф. Любопытненько. Чрезвычайное происшествие. Пройдите в назначенный вам пункт эвакуации. Ждите указаний. Может, он будет стрелять в него? Он же там стоит. Да. Ну что, он уйдет, нет? Отлично, ушел. Так, а куда нам? Нам же в обраточку, да? Можно было еще походить, но... Тут ксеноморф. Давайте пробежимся. Он нас не догонит уже. Так, он свалился где-то там, да? Рикардо? Чувак! Рикардо! Да ты что? Их же надо было гаечным ключом просто. Они по полу ползают. Ха! Да. Рикардо умер. Идет прям куда нам надо. Ладно, давайте, наверное, здесь попробуем сохраниться. Ох, он там устроил чё, а?
Сохраняемся, друзья, и продолжим уже в следующий раз. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, если понравилось видео. Будем продолжать. Всем пока-пока.